Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео я вам расскажу все секреты линии фронта. Итак, начнем с того, какие классы техники подходят для линии фронта лучше всего. Очень легко подумать логически и догадаться, какой класс техники самый эффективный на этой карте. Это самая большая карта в игре, а если она самая большая, то нам нужна максимальная скорость. Самая большая скорость у нас и подвижность у ЛТ-шек. Также еще в этом режиме мы встречаем только восьмерки, поэтому ЛТ-шки от этого еще больше выигрывают, поскольку им не нужно пересвечивать десятки пытаться, маскировки им достаточно, и также пушек у ЛТ будет достаточно, чтобы пробивать восьмерки ББшками. Поэтому ЛТ в линии фронта максимально востребованный, максимально играбельный и максимально необходимый. Также этот режим лично для меня, не знаю как для вас, но я знаю, что для многих линия фронта — это скучный режим, многим он не нравится, и только в легких танках я нашел себя в этом режиме. От остальных классов техники у меня очень сильно горит. Тяжелые танки никуда не успевают, но иногда, если повезет, могут от башенки настрелять много урона, иногда могут взять базу, но все это иногда, когда повезет. ПТшки могут постоять и пострелять урончик. Опять же, если повезет, они могут настрелять вплоть до 20, а то и 20 с чем-то тысяч урона и пофармить. Да, очень классные цифры, очень такие невероятные. И можно вывести около 800 тысяч серебра за катку. Но это будет редко, иногда, если повезет. Опять же, это не для меня, я думаю, что вам тоже стоит не полагаться на волю случая, а полагаться на свои умения. А если вы на ЛТ играете плохо, то можете потренироваться и поучиться в этом режиме, поскольку в статку это не пойдет. Да и если вы сдохнете, вы можете взять какой-нибудь другой танк, который не ЛТ, допустим, и немножко на нем приостудить свой пыл, а потом, когда опять сольетесь, взять снова ЛТшку и опять потренироваться. Мне кажется, этот режим вполне нормальный, как для тренировки игры, допустим, на ЛТ. Какие у нас еще есть классы техники? СТшки. СТшки, конечно, в этом режиме хороши, но у них всего лишь один боевой резерв, а у ЛТшек 3. Да и у ЛТшек лучше маскировка, обзор, и они быстрее. Поэтому ЛТ даже переплюнули СТшек в этом режиме, поскольку боевые резервы очень жесткая штука. Первый самый главный боевой резерв, который надо ставить, это диверсионный отряд, для того, чтобы лучше сбивать и лучше захватывать базы. Следующее, что можно взять, это воодушевление для улучшения себя и союзников вокруг. Ну и третий уже на выбор, что вам больше нравится. Либо самолет-разведчик, либо дымовая завеса, ну и две плюшки, которые с неба кидают урон. На мой взгляд, артобстрел получше будет, чем авиаудар. Авиаудар стреляет по большой площади и наносит какой-то там говняненький урон. А артобстрел стреляет в маленькую площадь, но если ты им попал, врагу будет плохо. Поэтому, на мой взгляд, третьим лучше всего брать самолет-разведчик. Итак, у нас получается диверсионный отряд, воодушевление, самолет-разведчик. Мы играем на ЛТ с тремя резервами. Мы носимся по всей здоровенной карте, везде успеваем, везде тыкаем урон. Поскольку тут одни восьмерки, то довольно-таки часто пробиваем. Особенно в борта, в корму у нас есть скорость, занимаем хорошие выгодные позиции, много светим, за свет тоже дают много серебра. Также за все это нам повышают звание. Ну и в целом на ЛТ веселее всего играть в этот режим, поскольку он скучный, на ЛТшке хоть какое-то веселье можно получить. А на всех остальных классах техники, ну как повезет. Сложится, не сложится. Лучший сетап премиумных танков для этого режима — это на первом месте ЛТ-432, поскольку это самая живучая ЛТшка. А в этом режиме надо не только активно играть, но еще и выживать. То броня, которая есть у этой ЛТ, нам очень сильно пригодится. Также здесь очень хорошая такая добротная пушка с УВНами, башенка малюсенькая, которая танкует. Ну и довольно-таки неплохая маскировка, динамика и, в принципе, небольшой силуэт. Эта ЛТ подходит очень хорошо под этот режим. Это лучшая ЛТ для этого режима. Я нафармил много серебра в этом режиме и попробовал еще другие всякие ЛТшки повыкупать и посмотреть, как они себя ведут. Вы знаете, что я продал китайского бульдога, который недавно начали продавать.
Я его выкупил, думаю, может он в этом режиме хоть что-то может. Но как оказалось, без той брони и маленького силуэта, который есть у LT-432, на китайском бульдоге играть крайне тяжело. Да, динамика хорошая, пушка даже лучше, чем у LT-432. Обзор хороший, но большой корпус, отсутствие брони и отсутствие маскировки делают нашу выживаемость крайне плохой. Поэтому китайский бульдог подходит сюда наполовину, и выживать на нем тяжело. Лучше всего брать LT-432 в этот режим, если она у вас есть. Также еще можно взять Прожетто, если вы быстро сливаетесь на ЛТшках, то на Прожетто вы будете медленнее сливаться, поскольку он не такой быстрый. И вы немножко приостудите свой пыл, время немножко пройдет, и у вас добавится еще один танчик, если вы сольетесь. Потому что если вы будете часто сливаться и очень быстро, то вы будете ждать там по 5 минут, пока вас пустят в бой снова. Поэтому сливаться нужно не так быстро. Ну и можно взять еще одну ЛТшку, которая нравится вам. Мне, допустим, нравится Т-92. Честно говоря, я для этого режима взял бы 3 штуки ЛТ-432 и вообще бы ни о чем не парился. Поскольку, на мой взгляд, это самый лучший танк. 500-600к серебра каждую катку, генерал каждую катку. И только там, где очень быстро заканчивается бой, вы не успеете взять генерала. А так будете в каждом бою их брать. Ну а что касаемо остальных классов техники, если у вас нету прем-танков, либо нету ЛТ-шек, либо еще чего-нибудь, конечно, вы можете брать хорошие просто танки других классов техники и надеяться на волю случая. Лучшие тяжи, там, я не знаю, ИС-3, Защитник, британский тяж прокачиваемый, тоже хороший. Либо ПТ-шки, там, Борщ, Скорпион, Су-130ПМ. Ничего нового я вам не расскажу, просто берите самые имбовые танки того класса техники, на котором вы собираетесь играть. Но знайте, что только на ЛТ вы реально будете в этом режиме королем. Вы будете нагибать, участвовать во всех схватках, везде успеете и реально будете фармить много и стабильно. Также вы еще будете веселиться и не париться о том, что в нем скучно в этом режиме. Но это только мое мнение, вы можете, конечно, играть на чем угодно. Сидеть там на борще каком-нибудь в углу карты и раз из 10 каток настреливать много урона. Также, что касаемо повышения фарма серебра. Чтобы повысить фарм серебра в этом режиме, не берите с собой голду вообще. Берите расходники не голдовые. Маленькую ремку, маленькую аптечку. Ну, огнетушитель, конечно, голдовый, потому что там дается пассивный процент меньше гореть. Также еще старайтесь как можно реже сливать свои танки полностью. Поскольку каждый раз, когда вы сливаете танк и берете следующий, вы будете платить за несколько танков за ремонт. Если вы дойдете там до 4-5 танков, то это будет оплата ремонта за все 5 танков, которые вы сольете, разные. Старайтесь, если вы сливаете танки, то одни и те же там, штуки 2-3, но не очень много. Не сливайте разные танки, сливайте 1-2 штуки одни и те же. Так вы будете платить только за эти 2 танка. Потому что вы не будете платить за ремонт несколько раз. Если вы слили один и тот же танк 10 раз, вы за ремонт заплатите один раз. Но если вы сольете 5 разных танков, то вы за ремонт заплатите за 5 танков. Понимаете? Также еще пользуйтесь прем-аккаунтом, пользуйтесь резервами личными. Также еще пригодится реферальная программа. Если вы рекрут и играете вместе со своим рекрутером, то вам будет идти плюс 100% к серебру. Поэтому пользуйтесь реферальной программой. Также еще клановые плюшки из укрепа тоже здесь работают и можно получить еще плюс к серебру. И таким образом я, пользуясь всем кроме клановых плюшек, очень легко фармлю по 500-600к каждый бой. Также я еще на ЛТ получаю каждый бой генерала, если этот бой не закончился очень быстро. Вот в принципе и все. Тренируйтесь, учитесь, берите ЛТ, нагибайте. Конечно, можно играть не только на LT-432, но и на других ЛТ-шках, но на них выживать посложнее. Прожетто тоже в этом режиме неплох, но на ЛТ-шках все-таки получается сделать намного больше. Ну а ПТ-шки и тяжи это так, повезет не повезет. Про арту думайте сами. Также еще, когда вы играете в линию фронта, старайтесь сначала с флангов заходить, отстреливать врагов, убивать, и после этого только если вы играете в атаке, становиться на базу, когда врагов нет, и захватывать.
Поскольку если вы сразу поедете, то скорее всего вы умрете, если играете без взвода, и поддержки рандомная команда ваша вам не даст, то вы умрете бесплатно. Если вы играете сам, старайтесь сначала всех поубивать, а потом становиться на захват. Если вы играете в дефе, то старайтесь с флангов занимать какие-то выгодные позиции, для того чтобы был прострел по базе. Таким образом вы будете и урон настреливать, и базу иногда при возможности сбивать. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!